самом деле приятно быть в это утро у вас в церкви, не просто в церкви, в городе, да, который является столицей, мировой столицей яблок. Мы много наслышаны об этом, видели замечательные ваши сады, когда проезжали к вам вот с Ванкувера. И будучи вот гостями здесь, мы не хотим вот оставаться в стороне и, безусловно, хотим передать нашу теплоту, нашу любовь к вам. Естественно, привет, как брат Сергей уже сказал, мы приехали из города Ванкувер, церковь Эммануил, мы приехали 5 семьями сюда. Мы несем все активное служение в нашей церкви, в музыкальном, административном, финансовом служении, проповедническом. Поэтому замечательно было предложение приехать сюда к вам. Более того, хочу вам сказать, 4 месяца назад мы услышали, что есть такая церковь Гефиль в городе Винача, она замечательная церковь. Знаете ли вы почему? О церкви говорят их люди. 4 месяца назад к нам приехали замечательная пара, Рыбакова, Сергей и Татьяна, приехали в нашу местность, которые вот стали нас замечательными близкими друзьями, у них большие сердца, поэтому о вас мы знали еще 4 месяца назад, благодаря тому, что воспитали замечательную семейную пару, которая теперь становится нашей парой, частью нашей церкви. Поэтому на самом деле очень приятно теперь с вами познакомиться лично, с братом Сергеем и с многими членами церкви. В это утро мы хотели бы поразмышлять над этим отрывком, который мы только что прочитали. Сегодня утро, когда мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, то, что Он сделал для нас. И очень важно помнить, да, вспоминая все это, что для нас делал Господь, и при этом оставаться довольным тем, что Господь сделал для нас. И оставаться довольным тем, что у нас есть в нашей жизни. Выставляй, ты же знаешь, что у нас принято, даже когда все хорошо, принято жаловаться. Вы знаете, Священное Писание, мы только что прочитали этот текст, Священное Писание говорит о том, что быть благочестивым, что буквально означает быть богобоязненным и довольным человеком, это большая прибыль. Мы думаем, что огромная прибыль, это когда мы зарабатываем миллионы. Оказывается, согласно Писанию, большая прибыль быть довольным тем, что у тебя есть. Получается, что недовольство — это одна из самых больших потерь.